Всем привет! Как я говорил уже много раз, всего хорошего, а также сладкого должно быть в меру. Поэтому сахар нужно употреблять в ограниченном количестве. Но почему так происходит? Сам по себе сахар не является опасным продуктом. Проблема в том, что он добавляет пустые калории, которые не содержат никаких питательных веществ для нашего организма. Употребление слишком большого количества может привести к ожирению, диабету, а также проблем с сердцем. Но сахар – это не только белоснежные кристаллы, которые мы добавляем в чай и которые кондитеры добавляют в сладости. Есть множество других скрытых источников сладости, например, фрукты, йогурт и даже натуральный мед. Это здоровые и полезные продукты. Но все же, можно ли их кушать без ограничений? И сколько сахара можно съесть в день, например, для взрослого человека, а также ребенку? Каждая клетка в нашем организме использует сахар. Во время пищеварения абсолютно все углеводы расщепляются на сахарные молекулы. Они всасываются в кровоток из кишечника и перемещаются в клетки во всех разных частях нашего тела, где используются для обеспечения энергии, для развития клеточных функций. Сахар, который есть у каждого на кухне, это фактически необработанные углеводы, которые в природе существуют в нескольких формах. Сахароза – это сахарная свекла и сахарный тростник, фруктоза – это всевозможные фрукты и мед, а также лактоза – это молочные продукты. Наша задача заключается в том, чтобы употребить правильные углеводы в надлежащем количестве для поддержания энергии и снижения риска возникновения различных проблем. Чтобы ответить на простой вопрос, сколько сахара можно кушать каждый день без вреда для здоровья, нужно понять, как рассчитывается норма сахара. А рассчитывается это очень просто. Обычный сахарный белый песок, а также всевозможные добавки, которые содержат не только кондитерские изделия, но и разные соусы, заправки, готовые салаты, а также полуфабрикаты. Не учитываются при подсчете сахара, которые есть в свежих фруктах, ягодах, овощах, а также молочных продуктах. Так сколько же ложек сахара можно съесть в день? Дневная норма для взрослого человека не должна превышать 6 чайных ложек для женщин и 8 чайных ложек для мужчин. Таким образом, ответ на вопрос, сколько грамм сахара можно съесть в день, это ответ очень простой. Не более 35 грамм сахара. С повышением возраста эта норма снижается на несколько ложек. Не стоит забывать и о детях. Ребенку до 3 лет полагается не более 5 ложек, до 8 лет 6 ложек, до 18 7 ложек. Это соответственно 20, 25 и 30 грамм сахара. Еще один интересный факт. Если вы пользуетесь кубиками сахара, а не обычным сахарным песком, то возникает вопрос, сколько сахара в одном кубике? Обычно один кубик рафинированного сахара равноценен 1 чайной ложке сахарного песка.